Wake up, с вами Вова Кэс. Не обращайте внимания на голос, я приболел и немного охрип. Но все же без новостей я вас не оставил. Марьяна Ро кардинально сменила стиль. Мы работаем сегодня, побили рекорд. 8 рук. Хованский считает, что Фейс перестал быть дерзким и превратился в домашнего семьянина. Это точно не удел рэпера, это удел какого-то конча. Обязательно ставь лайк, если хочешь, чтобы новости выходили как можно чаще. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы смотреть крутые видео про блогеров самым первым. Итак, сегодня Марьяна шокировала фанатов своим новым образом. Девушка решила кардинально изменить прическу и сделала себе голубые косички. Данный тренд сейчас очень быстро набирает популярность. Недавно с такой модной прической ходила и Ким Кардашьян. Марьяне плели косы в элитном салоне Москвы сразу несколько специалистов. Мы работаем сегодня, побили рекорд. 8 рук. Я как бы тоже работаю, да, можно языком сказать, в 10. Ну почему? Я снимаю и держу кнопочку. Языком. Вот. Так что 8 рук, посмотрите. Несмотря на это, некоторым показалось, что все сделано очень неаккуратно. Ранее блогерша уже делала себе косы с плетением ярких прядей. Обязательно напиши, какой образ Марьяны тебе нравится больше. Кстати, год назад Мари Сен тоже делала похожую прическу. Как считаешь, кому из девушек больше идут косички? Вчера Хованский выставил видео, в котором обсудил популярность Фейса и его отношения с Марьяной. Рэпер Фейс мог буквально себе выбрать любую женщину. И он выбрал Марьяну Ро, женщину, которая чуть не слила карьеру Ивангая, вот, которая мега-звезда. По словам Юры, рэпер ведет себя неподобающе. Из дерзкого и отпетого он якобы превратился в домашнего паренька, который делает лизуны с младшей сестрой Марьяны. Проводить лучшее время своей юности в компании Марьяны Ро и ее младшей сестры — это точно не удел рэпера, это удел какого-то конченого. Доча, уйди, пожалуйста. По словам друга Юры, это лучше, чем употреблять запрещенные вещества. Не курить наркотики, скажем так, это же все лучше, да? Ну да, да, чем конечно. Чем крокодилом ставится? Кто-то выбрал бы и крокодила. А мне казалось, Фейс выбрал крокодила. Также Хованский считает, что Марьяна выглядит как ребенок и не совсем подходит рэперу с татуировками на лице. Мне не точно не нравится Марьяна Ро, она просто выглядит не взрослой. Я никогда в жизни не стал бы сидеть с младшей сестрой тёлки. Это же дичь! Я бы сказал, ты что творишь, сука, я же Фейс. А ты согласен с Юрой? Многие заметили, что Фейс очень изменился и перестал быть оторвой, как раньше. Некоторые связывают эти изменения с его девушкой. Недавно рэпер отказался от Ишкеры и Гуччи Гэнг и пообещал вывести все на более высокий уровень. Как думаешь, Фейс действительно поменялся рядом с Марьяной? Спасибо за ваши лайки. Обязательно подписывайся и жми колокольчик, чтобы смотреть крутые видео про блогеров самым первым. Всем пока. Ах да, и подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании.